Я сейчас нахожусь в Подольске, и вот пришла в торговый центр «Березка». Здесь тоже находится охотничий магазин. И вот владелец этого магазина, Николай Олегович, вам расскажет о тех товарах, которые здесь находятся. Ну, здесь магазин нелицензионных товаров, то есть он ориентирован больше на сопутствующие товары, сувениры для охотников, для мужчин. То есть что-то необходимое для туризма, есть развлекательные товары, игрушки для детей, которые станут будущими охотниками. То есть, допустим, мы в Подольске продаем арбисбол, называют гидробол, то есть автоматы, стреляющие, и пистолеты орбизы. То есть орбизы — это маленькие шарики, которые кидаются в воду, и через 3 часа они увеличиваются до размера 7-8 мм. И кто-то додумался ими стрелять. Получается очень недорого, в отличие от страйкбола, более безопасно. И каждый из этих изделий стреляет очередями вот этими шариками. Покупают даже взрослые люди, баловаться на день рождения, развлекаться. Вот. И цены в этом магазине мы держим даже ниже, чем на Авито, чем известные подобные магазины в Москве. То есть можете сравнить. Мы единственные, кто торгует по-русски подобные продукции. Вот. Ну, плюс еще луки. На верхней полке арбалеты. Вот еще представлены арбалеты. Пневматика с долей энергии не более 3 джоулей. Сувенирные шашки, кинжалы подарочные. То есть всевозможные подарочные наборы для праздников, для мужчин. Ну так и в поход собраться, есть что взять. Бинокли, прицелы оптические, да? Конечно. А как же без этого на охоте, либо в походе? Запчасти, необходимые к пневматике, пружины, ручки, кронштейны, средства защиты, очки. Всевозможные типы магазинов, как на травматические виды пистолетов, так и на страйкбольные. Необходимые манжетки, винтики, ручки. Пульки для стрельбы, развлекательной стрельбы с пневматики. В общем, ориентир на развлечение, на спорт, туризм, охотничья направленность, скажем так. Мы еще торгуем макетами гранат, то есть они не взрываются, но для тренировки в школы берут люди, коллекционеры, то есть не являющиеся холодным оружием, всевозможные макеты штыков. Ну, необходимые вещи для туризма, сувениры, подарки, ручную работу, литье, бронза, настоящий хрусталь. Это делают наши нижегородские мастера, ворсмо-павловские, литье, вручную все собирается, ножи ручной работы. Ну и, соответственно, то, что людям нужно на охоте, либо на рыбалке, трубочку покурить, отдохнуть после. О, кубки такие интересные, вообще прям красота. Средства связи. Для страйкболистов есть чем себя завлечь. Всевозможные гранаты акустические, с шариками, с мелом. Средства защиты от комаров, от клеща. Вот. Ну, опять же, сувениры, подарки для любителей активного отдыха. Ручной работы топоры. При мне разрубали рог лося, ни одной зазубринки не осталось на топоре. С этими людьми работаю уже порядка 20 лет. Высочайшее качество продукции. Ну и, соответственно, ножи на любой вкус. Рогатки. Рыболовные рогатки здесь две представлены. Вот справа самая, скажем так, престижная, в которой лазерный цельный указатель, уже защита руки вмонтирована и попроще вариант. Ну, с помощью этих рогаток люди
стреляют рыбу через воду с помощью вот такого дротика, который привязывается на леске к катушке, чтобы не потерять дротик. Вот. А в середине это вот классические рогатки, сделанные в Европе известной итальянской фирмой. Потому что многие удивляются, говорят, почему цена там 800 рублей или 1000 рублей на рогатку, когда они стоят 300. Я специально привез по 200 и по 250, чтобы даже не по 300 было, это подделки под известную итальянскую фирму. Потому что видно было разницу. Толщина металла, резинки и все такое. Вот. То есть рогатка, да, это серьезная тема. Я также представляю копии известных ножей, реплики. Я осознанно пишу, что это реплика, чтобы не было обмана. А вот расскажите еще про прицелы. Тепловизионные прицелы. Нам представила фирма Airay свою продукцию и свой шкаф. И мы выставляем их продукцию, плюс ночные цифровые прицелы, плюс самые ходовые оптические и монокуляры, которые самые недорогие. Люди берут для охоты посмотреть цель где-нибудь издалека, а потом уже охотиться, подходить с обычным ночным прицелом. Мы единственные в Подольске, кто торгует термосами фирмы «Термос». То есть, если нужно кому-то хороший подарок, хороший термос, то есть это основатели, изобретатели всех термосов в мире, родоначальники. У нас это все можно приобрести по минимальным ценам. Средства защиты слуха на охоте, либо на тренировке, активные наушники, наколенники, налокотники, все виды кабы, пожалуйста. Любой вид оружия у нас есть. Ну, соответственно, патчи. Приходите, ждем вас в нашем магазине в городе Подольске. Торговый центр «Березка», улица Ватутина, 81, первый этаж. Направо охота. Приходите, ждем. Спасибо большое.